Завершили сборку сарая Fusion 757. Габаритные размеры 2,36 на 2,23. 2,23 глубина, высота 246 сантиметров. Сарайчик можно красить. Мы подготовили поверхность, забетонировали. Впоследствии сарай был прикручен на анкер гвозди. Я вам сейчас это все продемонстрирую, чтобы ветра не могли его сместить с места. Сейчас немножечко приближу. Этот сарай, немножко расскажу про него. Он оптимален для небольших систем хранения, то есть он может поместить велосипед, газонокосилку. У него в комплекте есть система крепления полок. Правда, мы немножечко ушли дальше. Мы воспользовались специальными полками, которые предоставляет компания Кетер для хранения инвентаря. И сегодня я вам обещал сюрприз. У нас в ассортименте появилась новая система хранения. Это стеллаж. Раньше такой вещи у нас не было. Вот мы пробно ее разместили в сарае. Собирается очень просто, и конструкция получилась весьма надежна. Что интересного у этого сарая есть? У данного сарая есть, сейчас покажу, прозрачный конек. В сарае всегда светло. Окна, дверная фурнитура, замок. Все двери сделаны с металлокаркасом, они прочные. Также сарай тоже сделан на П-образном металлическом каркасе. Тем самым эта конструкция делает его устойчивым. Можно вешать навесной замок. Вот. Сделаем легкую приборочку. Покажу. Итак, вот он наш стеллаж. Немножечко приближу. Видите, да? Есть возможность заказать стеллаж побольше. Также есть система крепления к стенке. Вот мы ее уже применили. Есть система скрепления стеллажей между собой. Также есть у нас уже давно всем известная полочка горизонтальная для инвентаря. Вот обратите внимание, сейчас 5 вечера, но в сарае светло. Дополнительное освещение не нужно, только в ночное время. И вот в этих местах мы поставили вот такие вот анкера. В 4 местах сарайчик будет стоять как вкопанный. Вот. Кто хочет сделать какую-то индивидуализацию, можно покрасить. Сарай предусматривает такое действие. Если у вас какие-то будут вопросы, обращайтесь, с радостью ответим. И еще расскажу, почему так ждем от вас лайков. Не просто ради какого-то пиара, просто хочется понимать, интересно ли вам данное видео, стоит ли нам их снимать в последующем. Может быть, что-то у вас здесь, то есть какая-то информация, какие-то вопросы еще остались, напишите нам. Мы постараемся в других обзорах ответить на любые вопросы. Спасибо, всем пока.